Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Ситникова. И сегодня вот в этом бардаке, прошу меня простить, мы с вами будем шить рулонную штору. Я уже как-то вам показывала, как я это делаю, но опять поступают вопросы. Может быть, что-то не так объяснила. Давайте по порядку. Во-первых, хочу рассказать вам о том, как я искала материал для этой шторы и решила пойти по пути наименьших затрат. Это, конечно же, парадокс, но купить пододеяльник дешевле, чем купить отрез на штору. Удивительная наша страна, ну, может быть, это старые цены на пододеяльники и цены на ткани уже возросли, все может быть. Значит, я искала ткань на Озоне, на Wildberries, и шириной отрез, шириной метр, длиной 2,40 или наоборот, но неважно, вот такой прямоугольник, стоил порядка 1000 рублей. Этого бы мне даже не хватило на две шторы, потому что у меня длина рулонной шторы 125. То есть, получается, мне нужно было бы брать два отреза с кучей остатков. Что я сделала? Как вы помните, вот эту штору, она тоже рулонная. А вы ее все видели на окне в рабочем кабинете у меня. Она тоже пошита из простыни. И я так подумала, почему бы мне не подыскать подходящую по цвету простынь и пошить из нее штору. Так вот, я купила этот пододеяльник, значит, размер 180 на 210, по-моему. Ну, вы понимаете, что это два полотна, а в итоге получилось единое полотнище без швов. Так был скроен пододеяльник, то есть получился такой отрез 1,80 м шириной и, что получается, 4,20 м длиной. Вот из этого, теперь из этой ткани я распорола, естественно, пододеяльник. У меня получится несколько штор, причем разного плана. Сейчас я буду шить рулонную штору, но еще будет штора с люверсами. Тоже покажу, как я это буду делать. Дождусь люверсы и дождусь вот эту клейкую ткань, которая нужна для пошива шторы на люверсах. Итак, все, что вам потребуется, это вот такая труба. Вот эти кронштейны или механизм поднятия штор, вы должны выпилить трубу нужного размера. Естественно, вам нужно измерить окно ваше, где будет сидеть эта штора, да, рулонная. Все это я не буду показывать, я думаю, что это понятно. Там поймете, какой длины. Значит, я отпиливала несколько раз. Сначала не поняла смысла, но лучше, знаете, отпилить больше. Из большего, как моя мама говорила, можно сделать меньше. А вот если вы отрежете трубу меньшего размера, то тогда это на выброс. В общем, сделаете эту манипуляцию, вырезав трубу. Что мы делаем дальше? А дальше по этой трубе мы меряем ткань вашу, чтобы она четко совпадала по размеру вот этой трубы. И делаем всего 4 подгиба. Вот эти подгибы сбоку, ну, я понимаю, как... Я думаю, что вы понимаете, что это просто там подрубливается ткань, подшивается. И все, с двух сторон. Конечно же, сделайте припуски, когда будете мерить вашу штору. И еще два подгиба. Это один подгиб, чтобы сюда вставить потом утяжелитель, он будет у вас внизу. А второй подгиб вы должны завернуть, прикинуть вот так вот, померить, охватив вашу трубу, замерить расстояние и понять, на какой подгиб вам нужно здесь сделать. Вот, чтобы сюда влезла труба. Вот и все. Сейчас в этот карманчик я
вставлю трубу. И рулонная штора готова. Останется мне прикрепить крепление, куда будет вставляться эта труба с механизмом. И все, можно шторой пользоваться. Так что здесь ничего сложного нет. Это один вид шторы с подъемным механизмом. Сейчас расскажу о другом виде шторы. Без подъемного механизма, подъемным механизмом будут служить ваши руки. Вот она, эта штора. Те же самые манипуляции. Только здесь нужно, она вставляется к креплению. Крепление я уже не буду рассказывать. Это со старого карниза. Обычная квадратная труба, которая крепится к откосам окна. Чтобы она сюда влезла, вам нужно подогнуть эту ткань. А внизу, чтобы влезла труба. То есть здесь наоборот. Здесь мы больше делаем кармашек, чтобы влезла ваша труба, на которую вы будете сами вручную накручивать шторы. И вот здесь понадобятся ленты. Вы можете купить атласную ленту. Можно пошить эту ленту из той же ткани, из которой вы шьете штору. И просто вот так вот по одну и по другую сторону, когда вот здесь будете подшивать, прострачивать, пристрочите сразу в этот момент вот эти две ваши ленты, которые будут служить вам креплением, держать вашу штору. То есть вы будете вот так вот вращать. И в зависимости от того, на какую высоту вы хотите поднять вашу штору, ниже, выше, нужно сделать отрез, естественно, вот этой ленты. Ну, я сделала вот такой отрез, и это максимальная высота, на которую будет опускаться моя штора. Можно сделать прям до конца вниз такие вот длинные полоски, и тогда ваша штора будет опускаться и фиксироваться этими же, лентами в самом конце. Вот и все. Эта штора без подъемного механизма. Повторюсь, вы сами вот здесь вот ручками вот так вот вращаете трубу, которая, вот она вот до конца сейчас упала, не зафиксирована. Вот она здесь, эта труба. Ну, уже не буду показывать, она там. Она немножко меньшего размера. Ничего страшного. Главное, чтобы вы смогли накрутить эту штору для вашего удобства. Вот там вот труба и пошитый этот карманчик. И вот так вот каждое утро, если вы не хотите покупать вот эти кронштейны с механизмами, вы будете вот так вот вручную поднимать вашу штору и фиксировать на две вот эти ленты, которая висит с одной и с другой стороны вашей шторы. Но эта штора, конечно, выглядит красивее, несмотря на то, что она без подъемного механизма. Вот, ну, вот эти украшения, эти ленты и бантики внизу придают ей определенный шарм. Ну, а я сейчас буду прикручивать кронштейны вот сюда и посмотрим, как у меня получилась вот эта штора с подъемным механизмом. Ну что, друзья, давайте посмотрим, что получилось. Сюда можно, конечно, как-то украсить, может быть, кружево или какую-то вот такую полосочку пришить как-то, ну, украсить, скажем так. А можно оставить так. Значит, вовнутрь сюда утяжелитель у меня служит. Это вот то, что вставляется в плинтус, закрывает кабель-канал на полу от старого ламината и от старого плинтуса. Вот видите, пригодилась вот эта штучка. Просто ножницами отрезала по размеру и вставила в этот нижний карманчик. Вот такой утяжелитель получился. А вообще у меня желание, поменять местами. То есть пусть вот это будет за этой шторой, а эту штору, поменять местами. Сейчас не очень хорошо здесь работает подъемный механизм, потому что вот здесь, вот такая качеля, дуга. И не дает вращению... свободному вращению шторы. Вот это вот вещь. Ну, в общем, приедет Лёшик. Во-первых, здесь будут ставиться уголки, наличники.
это все прижмется вверх, и тогда, конечно же, будет все работать. Ну а сейчас как-то не очень, надо помогать рукой, но не очень это работает. Вот, все это наладим, ну, сам принцип, как это сделать. Я надеюсь, у вас не такие круглые откосы. У вас может быть все ровненько и все будет работать. Ну вот вы видите, да? Видите, вот какая здесь дуга. И вот этот бугор не дает свободно вращаться шторе. Вчера на Wildberries я вам говорила, показывала картинку, плоскорез Фокина заказала. И вечером вчера я получила эти штуки. А что хочу сказать. Сначала открыла, думаю, ой, брак, видите, как согнуто. А это специальный угол наклона в плоскорезе, ну, чтобы удобно было избавляться от сорняков или рыхлить почву. Значит, вот здесь, под вот этим коробом, соединение двух вот этих палочек, то есть он шел короткий, один и второй, а вот эта палка, это, ну, так скажем, удлинитель, да, удлинитель черенка. Его можно переставлять, конечно же, и на один плоскорез, и на другой плоскорез. Он называется малый и большой. Очень острый здесь вот под заточку со всех концов, даже страшно, вот, и очень хороший металл. Вы мне там пишете, эти плоскорезы всегда продаются в паре. Друзья, я на Озоне смотрела, и, может быть, раньше они и продавались в паре, а сейчас везде по одному, ну, на Озоне. А вот на Wildberries я нашла, причем за 683 рубля, по-моему, вот это вот две штуки. На Озоне один продается самый дешевый, я уж не знаю, какой малый и большой, или большой 500 рублей. Так что, конечно, думайте сами, решайте сами. Я вам дала информацию, а как вы ею воспользуетесь, это, конечно, дело ваше. Вот я сняла этот короб, который закрывает, ну, чтобы было удобно для рук, места соединения, места наращивания вот этой, вот этого черенка. Есть еще два самореза, которые вот сюда можно закрутить, зафиксировать. Но вы знаете, так крепко держится, что я даже не стала фиксировать это саморезами. Как будет в работе, покажет время. Ну, судя по отзывам, в общем, все пишут, что очень хорошая и надежная вещь. И я очень вам благодарна за ваши вот эти подсказки. Называется это плоскорез Фокина. Друзья, сходила в магазин после того, как пошила штору. Еще приходили гости ко мне, дочь и ее папа. В общем, накормила борщом, что было дома. И сейчас буду готовить кушать, буду встречать Алешика. Хочу вам сказать, рассказать еще об одном своем заказе. Заказала я мини-парник на Wildberries. Мариночка Мисан мне посоветовала. Это моя подруга с одноклассников. И так сложилась судьба, что мы практически вместе с ней переехали жить в частный сектор. Только она на севере, в Тюмени, в поселочек, а я вот в город Чаплыгин из Москвы. Мариночка, спасибо тебе большое за твой совет. Выбрала я не очень высокую тепличку. И в чем смысл этой теплицы? То, что она застегивается. Я так представила, ну, поставлю я эти ящички с рассадой на подоконник, а у нас коты, и это будет постоянная нервотрепка и мне, и котам. И в итоге, может быть, как говорится, в конце слезы, потому что рассаду я боюсь, что я не выращу на подоконнике с нашей живностью. Вот, в общем, сейчас покажу, что это за теплица. Может быть, кому-то это пригодится.
Вот такая тепличка. Она есть на 4 полки, на 3 полки и есть для подоконников. Это мини-парник. Вот вы видите цену 2183 рубля, но у меня на Wildberries уже 17% скидки. Поэтому если без скидки, то плюсуйте сюда еще к этой сумме 17%. На Озоне они тоже есть, но мне показалось, что на Озоне дороже. Вот вы видите, значит, здесь все закрывается на замочки. Мои коты не попадут в эту теплицу. Вот она, вот так вот все закрывается. И вовнутрь я буду ставить лампы. Конечно, туда нужны фитолампы, которые вот с сиреневым светом, но они очень дорогие. Поставлю я вот эти за 130 рублей из светофора, и будет в моей рассаде счастье. Ну, очень дорого. Не хочу я платить деньги за эти фитолампы. Вот там металлические прутья. Она собирается, разбирается. И в этой теплице вот так она смотрится без чехла. Значит, здесь высота 125, есть высота 165, но я почему-то такую заказала. Думаю, что она будет более устойчивой, потому что высота 1,25 м. Ширина полки 70, глубина полки 55. Такая внушительная. И вот Мариночка подсказала, что зимой будешь еще выращивать, будет у тебя всегда своя зелень. Лучок, петрушечка, укропчик. Ну, люди даже и редиску сажают. Но это на следующий год. Это я, конечно, планирую. Очень здорово кушать свою зелень. Ну, а сейчас вот она должна прийти. И я буду высаживать уже рассаду. Перчики, помидорчики. Вот показано, как она здесь собирается. И почитала отзывы. Так что, друзья, читайте отзывы. Там очень много полезной информации. Нашла такую же, но высокую. И люди пишут, что она не очень устойчивая. То есть ее нужно чем-то еще крепить к стене. А это вроде как высоту поменьше. Ну, в общем, заказала. Друзья, время 5 часов, а посмотрите, как уже прибавился день и как светло. Это радует. Еще попутно отвечу на комментарии по поводу налогов. Друзья, я не знаю, в прошлом видео я вам говорила или нет, что вы освобождаетесь от налогов, если ваша квартира или дом был в вашей собственности не менее 3 лет. И это ваше единственное жилье. Если менее 3 лет, и это ваше единственное жилье, то вы все равно будете платить налог. То есть это вот обязательное условие не менее 3 лет. Так что помните об этом. И много комментариев, и в личку мне пишут люди, благодарят за эту информацию. Вообще, я вам советую перед сделкой купли-продажи, наверное, продажи вашей недвижимости, сходить и проконсультироваться все-таки в налоговую, получить, ну, так скажем, профессиональный ответ или, может быть, даже лучше к юристу. Ну, многое не могу озвучить в видео, сами понимаете, поэтому лучше сходите к юристу, прежде чем продавать вашу недвижимость. Как избежать вот этой уплаты налога с продажи квартиры, налога на доход. Вот. Я желаю вам, чтобы у вас все хорошо складывалось, чтобы ваши мечты сбывались, продавалось и покупалось новое жилье. В общем, кто не рискует, тот не пьет шампанское, как говорится. Нужно всегда верить в мечту и смело идти вперед. Ну вот, пожалуй, на этой ноте я буду заканчивать сегодняшнее видео. Пойду готовить ужин и буду встречать Лешика. Что там будет дальше, что мы будем делать завтра, постараюсь вам все заснять. У нас там проблемы с полами,
Завтра вскроем линолеум, посмотрим, что там. Пол ходит ходуном в моем рабочем кабинете. Как бы не пришлось перестилать вообще пол. Ну, это будет завтра. А сегодня я вас всех обнимаю, всех люблю. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.